Ну что, вы готовы? Дорогие друзья и зрители нашего канала, семья, всем привет! Это Сочи, Краснодарский край. С вами Дмитрий Александрович, лучший самопродолженный консультант по подбору недвижимости в городе Сочи. Низкий вам поклон. Семья, всем привет! Ну что, дорогие друзья, уникальный, шедевральный, просто бомбический, просто нереальный объект. А где он находится, вы меня? Центр Золотого Треугольника. Но ну, не того Золотого Треугольника, про который вы подумали, так сказать, а про того, дорогие друзья, Золотого Треугольника, который именно здесь находится. А мы с вами находимся между Сочи и Адлером. Село Каштаны, хоста Сочи, Краснодарский край. Итак, Дмитрий здесь живет, и его, собственно говоря, сосед продает дом. Знаю, знаю, что, возможно, вы уже знали, возможно, вы слышали и так далее. Но кто лучше у нас в селе Каштаны? Кто здесь живет? Кто здесь продал массу домов и земельных участков? Кто, в принципе, дружит со всеми, кто переехал жить из разных регионов, так сказать, нашей необъятной родины в город Сочи, Краснодарский край? Да кто лучше, в конце концов, Дмитрий Александрович? И он, как всегда, с вами низкий вам поклон. Все промежуточно счастья, здоровья, любви, дорогие друзья. Я вас обнял. И сегодня на обзоре у нас дом, великолепный дом который, между прочим, я уже неоднократно говорил, сдавался, дорогие друзья, несколько раз. И ценник здесь абсолютно сейчас реально назову. Более того, покажу скрины, где мы получали, собственники, денежные средства за сдачу этого дома. Месяц летом проживание в этом доме стоит 600-700 тысяч рублей. И он сдавался за эти деньги. Это не миф, дорогие друзья. Я это знаю и я это вам подтверждаю. У нас официально 8 соток земли ИЖС. Но ну, всего у нас участок 15 соток. Оставшиеся 7 соток сейчас находится в оформлении. И мы без проблем, если вы будете собственником, поможем вам эту землю дооформить. Она уже 15 лет здесь, собственно говоря, огражена забором. Вы сейчас это все прекрасно увидите, узнаете. У нас великолепные подъездные пути. Еще раз говорю, мы находимся в село Каштаны, хоста Сочи, Краснодарский край. Ровным счетом отсюда. У нас до моря 6 километров. Спокойно за 20 минут вы доедете в Морпорт, 20 минут вы доедете в аэропорт, дорогие друзья. И отсюда 10 минут на расслабоне вы в хосте, где вся инфраструктура Структура. Два детских садика. Третья и пятая школа, гимназия пятая, третья школа общеобразовательная. Без проблем, все есть, платные детские сады, бесплатные, всякие там дошкольные программы и так далее. Девочки танцуют, собственно говоря, там танцы, мальчики занимаются там, играют на инструментах, есть масса ресторанов, очень вкусная ластрада, безумно хорошие там пиццерии, масса фруктов, несколько рынков, в общем, все необходимое для жизни. Здесь в поселке через километр магнит, при въезде пятерочка, двухполосная асфальтированная дорога. И чтобы у вас было понимание по коммуникациям, дорогие друзья. Вода, естественно, здесь, вы видите, это прекрасный бассейн. Вода у нас, естественно, на участке, потому что люди жили. У нас с вами 30, мать его, 30 киловатт света, дорогие друзья. Не 15 даже, а 30 официально. У нас с вами высоченные потолки, вы сейчас увидите, какие в доме. Хороший достаточно ремонт, дом капитальный, монолитный, устоявшийся, масса подсобных помещений, есть баня, беседки, мангалы, все есть. И очень и очень крутая цена на сегодняшний день. Это реально хорошая стоимость за этот объект и цена. Я уверен, что он будет продан достаточно быстро, поэтому если вы всерьез рассматриваете большой дом для своей большой семьи, где у вас будут детки здесь бегать по огороду, радовать вас и полно здесь пространства, дорогие друзья, вам сюда, на этот объект. Вы просто кайфанете. У нас с вами 7 спален. 7 спален у вас вам. И ваш кабинет, потому что вы мужчина, вы зарабатываете бабки, а следовательно вы должны проводить время в уединении, в одиночестве, мыслить, и у вас должен быть постоянно перед глазами созидательный процесс. Поэтому это место, кабинет, который находится вот здесь, на третьем этаже, с потрясающим видом на горы, просто бомбическим, лучшим видом на кавказских хребет он у вас, дорогие друзья, есть вы просто кайфанете, насладитесь. Это сто процентов обалденнейший объект, который на сегодняшний день стоит 62 миллиона рублей. Мы напрямую сведем вас с собственником, вы поговорите у моей подруги, которую зовут Юля. Этот объект находится на эксклюзиве. Мы спокойненько вас сведем, еще раз говорю, с собственником. Вы с ним переговорите, дорогие друзья, все честно, прозрачно, все нюансы обсудите, и мы выйдем на сделку, и вы будете моим соседом вы не пожалеете да теоретически можно это все сдавать посуточно по номерам ну но это не имеет никакого смысла если вы это как бы ну не совсем скажем так ликвидная история да можно жить в каком-то а, из номеров я скажу откровенно там допустим в одном из а, в одной из комнат остальные сдавать ну это на самом деле больше знаете здесь хлопот если вы захотите это сдать сдайте это полностью вы получите еще раз говорю минимум 600 тысяч в месяц Ми 600 700 тысяч в месяц это сдавалось, я еще раз это подтверждаю, стопроцентная информация. Это мы говорим сейчас в сезонный период времени, да, то есть берем там, грубо говоря, с мая по сентябрь. В межсезонье, конечно, дешевле, но поверьте мне, поищите дом в Сочи там за 300 тысяч рублей, вы не найдете, их просто нет. Недавно ко мне приходили, приезжали покупатели, Кирилл, всем привет, вот, они приезжали, супруга говорят, Дим, да мы хотели, прежде чем купить у тебя дом, пожить пару месяцев, и мы не нашли дом за 300 тысяч рублей, не нашли, это правда, вы не найдете, это очень и очень сложно дорогие друзья, особенно в СИЗО. Ну что же, хватит, так сказать, болтологии, я уже заболтался, потому что это реально крутая история. Начнем с подъездных путей, чтобы у вас было понимание. У нас, кстати, два въезда. Здесь у нас, соответственно, я просто вам покажу, чтобы было понимание, подтверждение. Двухполосная, асфальтированная дорога. Кто знаком с каштанами, великолепно. Кто не знаком, дорогие друзья, тоже не знаком. Вот прям соответственно здесь въезд с каштаны. Ко мне масса гостей приезжает, масса клиентов. И вчера также приезжали девочки, поэтому... Прага, Екатеринбург, девочки, привет, Евгения, привет. Вот, поэтому, собственно говоря, все здесь отсюда приезжают по двухполосной асфальтированной дороге и попадают сюда. Вот, вчера вот Лаурочка тоже приезжала, всем привет. Вот, я здесь припарковался, все, вот, собственно говоря, здесь немножко тоже придомовой территории, небольшой ландшафтик. Вот одни из ваших ворот, в которые вы, собственно говоря, можете спокойно заехать. Но вы можете здесь спокойно перепарковаться, проблем нет. Круто, что у вас такой заезд существует здесь. Дальше. Теперь смотрите по земельному участку. Ну или давайте справа налево, потихонечку пройду, а потом персик у нас здесь с вами. Растет много плодовых деревьев. Здесь что это у нас? Как бы банановые, да, там деревья. Здесь мангальная история. Посмотрите внимательно. Все здесь есть для жизни. Просто кайф абсолютный. Так, здесь дальше у нас электричество. Вот у нас электричество. Туечки, хвойники. Вот такая вот беседочка. Вся на подсветке, естественно. Вода сюда заведена. Проблем никаких нет. Она большая, с подсветкой. Обратите внимание. Ну, не трехметровые потолки, но тем не менее потолки вот с головой хватит. Вам здесь спокойненько ходить. Ну, метра два, ну, с чем-то здесь однозначно. Все, и здесь тенечек, прохлада, выведено электричество, все как положено, все нормально. Здесь ваши детки будут играть в футбольчик абсолютно, там, развлекаться, теннис, какие-то игры и так далее и тому подобное. Дальше, как вы будете еще проводить свой досуг? Конечно же, у вас есть, дорогие друзья, бассейн. Бассейн, я сейчас прям при вас. Раз, два, три, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть ну вот что-то 6 копейками вот так противоток, поэтому вы и так сможете спокойно плавать, он реально, ну, вы видите, да, прекрасно, здесь у нас с вами водопадик, здесь вы загораете, здесь у вас зонтики, все укомплектовано, здесь у нас техническое помещение, там полностью все оборудование готово. Бассейн у нас с вами подогреваемый, у нас с вами здесь, вот самое интересное, да, что в начале Каштан, вы знаете все прекрасно, что у нас конец поселка, вторая половина поселка газифицирована, наше начало как бы нет. Не газифицировано, но сейчас Екатерина Андреевна занимается всем этим вопросом. Мы уже трубу основную подвели, есть программа. Но этот дом, газифицирован, дорогие друзья, и был газифицирован. Ну, вот такая вот история. А почему? Это Россия, детка, это Сочи, Краснодарский край. Вот так вот у нас бывает. Дом газифицирован, дом не газифицирован, дом газифицирован. Этот газифицирован, вам повезло. Газифицирован. Вода у нас, полно воды, и у нас здесь с вами 30 килоцветов. 30, ну 30 это, конечно, перебор. Здесь 15 хорошо, но здесь 30. 30 это тоже круто. Очень круто. Такое, конечно, не везде встретишь, фактически нигде не встретишь. Что еще у нас есть с вами? Еще часть участочка, которую я вам также покажу. Вот, пожалуйста, она, дорогие друзья, тоже здесь посажены плодовые деревья. Еще можно досадить какие-то. Вот, посмотрите, пожалуйста, чтобы у вас было понимание. Вот участок, участок абсолютно сформировавшееся соседство, абсолютно хорошее соседство. Проблем никаких нет. Вот такой вот у вас еще здесь есть участок. Дополнительно. Там, кстати, у нас тоже техническое помещение. Блин, оно, к сожалению, закрыто. Можно было привести ключи, показать вам, как выглядит сердце дома. Но везде выведено. Я сказал, начну съемку без этого. Везде выведена у нас вода по всему периметру. Абсолютно. Это комфортно. Смотрите, я сейчас сразу вам покажу. Здесь тоже, кстати, в личном пространстве тоже есть у нас место. Но, по-моему, тоже не смогли мы сегодня открыть. Да, ключей не было. Так, смотрите. Сокольный этаж. Всего 390 квадратных метров. Я обязан вам его показать. Здесь у нас сейчас хлам, но я решил это снимать, обязательно снимать. Объясню почему. Потому что это крутейшее пространство. Однозначно крутейшее пространство. Еще раз говорю, у нас 300 с вами 90 квадратных метров. Посмотрите, пожалуйста, какое большое у нас здесь пространство. То есть кто-то бы из риэлторов не стал это обозревать и снимать, а я считаю, что необходимо, несмотря на всю эту обстановку, объясню почему, потому что это крутое пространство. Все, что хотите, можно здесь. Вот просто, ну если вы там фанатом, там, здесь такой тенечек, так нормально, все там, можно спортзальчик здесь сделать, можно спортзальчик. Можно опять же несколько комнат здесь сделать без, без проблем, спланируется в каких-нибудь там еще 3-4 номера, без вопросов. То есть вы придумаете, что с этим делать. Это крутейшее пространство, которое у вас здесь, дорогие друзья, имеется. Так, теперь по границе участка, чтобы было понимание. Потому что многие говорят, вот 15 соток, 15 соток. Дмитрий Александрович, вы знаете, я болтовать не люблю, лишнего тем более. Но ну, давайте сначала мы, прежде чем зим, зим, решать вопросы с землей, мы с вами все-таки посмотрим. Там у нас техническое помещение, тут тоже везде подсветочка у нас есть. А это у нас банька. Банька, да, вот, пожалуйста, заходим. Здесь, собственно говоря, ну, прихожая. Давайте сюда Здесь что-то разделись, разулись. Вот телевизор, смотрите, можно на торги выставлять. Здесь есть банька, дорогие друзья. Вот предбанное помещение, можно провести здесь время, не знаю, посидеть там, что-то выпить там, закусить, что-то, что-то, как-то, как-то. Вот, сама парная, она на дровах, посмотрите, пожалуйста. Вот, она на дровах, дорогие друзья, заходим, причем такая-такая, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, полно, я не знаю, здесь много людей усядется, вот такая вот у нас с вами сама парная по себе. Здесь дальше душевая, туалеты, даже есть купель. То есть, ну, чтобы было понимание, но все есть. Вот у нас здесь с вами. Дальше здесь еще у нас душевая, пожалуйста, имеется. И вот у нас с вами купель, дорогие друзья. Даже купель даже есть. Проблем абсолютно нет. Все абсолютно функционирует. Хорошая водичка. Хотелось бы попрохладней. Здесь немножко для меня. Я сейчас уже забегался, у нас уже жара полным ходом. Вот такая вот у нас история с вами. То есть банька у нас с вами имеется. Плюс это, я считаю, что это огромнейший плюс нереальнейший. Теперь по границе участка, раз уж мы этого вопроса коснулись, все, значит, изначально позиционируют 15 соток земли. Я предпочитаю все-таки давать более реалистичную информацию, чтобы было как бы ну, у всех понимание, не было лишних вопросов. Берем от дома 3 метра, соответственно. Вот здесь вот плодовые у нас деревья растут. Здесь официальная граница участка. Но сформировалась следующим образом. Я вам объясняю. Когда в 2014 году этот дом, грубо говоря, строили, было следующим образом. Был вот здесь участок. Построили дом, посадили его на сваи, сделали, залили монолитную коробку, сделали заполнение, построили дом. А здесь, дорогие друзья, был вообще овраг. Здесь был овраг, там что-то, что-то, в общем, обрыв, овраг и так далее. Привезли землю, сделали дренаж, там где надо насыпали щебень и так далее. И, в общем, Поставили забор, да, как есть на самом деле. Земля муниципальная, говорю как есть. Но вы, понимаете, в приоритете и вы запросто можете ее дооформить. Сейчас начали оформление данного земельного участка. То есть, если даже вы купите и вам это действительно нужно, то, дорогие друзья, вам помогут эту историю дооформить. Дополнительно это каких-то денег стоит не будет. Не будет. Проблем нет никаких поможем, сделаем. Есть здесь, пожалуйста, эта земля, и, в принципе, вы ее можете как-то задействовать. Ну, как вы ее задействуете? Ну, что вы здесь делаете? Будете еще дополнительно какой-то дом строить? Ну, возможно, возможно. Почему нет? Потому что у вас 8 соток земли и 390 квадратных. Сейчас вы такой дом не построите. Сейчас вы понимаете, да, 300 – это пятно застройки, предел по, я имею в виду, квадратуре, до 300 квадратных метров. 390 раньше можно было строить, 900 можно было строить. То есть это на самом деле эксклюзив. Таких домов сейчас вы не построите. Это огромная проблема. Все, сейчас по нормам есть момент нюанс. Но здесь на 700, да, если вы захотите еще один гостевой дом построить, вы сможете. Тем более у него есть свой заезд. Вот я вам хочу сейчас его показать. То есть вот такой вот участок, который как бы исторически здесь сложился, люди здесь, понимаете, да, больше 15 лет этим, собственно говоря, пользуются. Ну как пользуются? Косят траву, вы видите, и, собственно говоря, здесь растут плодовые деревья. По большому счету, вот и все использование. Ну, нужно вам, там детский батутик стоит, если вы можете вот и видите, обратить внимание на него. Если вам это нужно, пожалуйста, как бы используйте. Напишите, пожалуйста, что это. слива? Кто разбирается у нас, дорогие друзья? Вот, напишите, пожалуйста. Дальше. Здесь за домом стоят накопители. Ой, большие накопители на самом деле. У меня стоит на сколько? По-моему, на тонну всего-навсего. Здесь 10 тонн, по-моему, это 5. И здесь еще. Ну, короче, так серьезно, тонну, наверное. А, дом гостевой, дом охраны, без разницы. Так бы, он есть, и можно его каким-то образом задействовать. Дальше, с этой стороны также есть откатные ворота. Здесь есть заезд. Здесь тоже можно каким-то образом эту территорию использовать. Это уже все у нас. Лес, дорогие друзья, национальный парк. Потому что, вы знаете, мы живем все здесь, если хотите, в окружении леса. Здесь не, не двухполосная асфальтированная дорога, немножко вот так вот гравийка, но она абсолютно функциональная. Вот она, двухполосная наша асфальтированная дорога. У нас есть с вами этот заезд, и у нас с вами есть дополнительно, если что, вот этот заезд. Там еще несколько соседей и тупик, все, и тупик. Ну, я не знаю, здесь тоже можно и парковку, и все что угодно. То есть никаких проблем абсолютно нет. Я считаю, максимально крутое. Максимально крутое и ликвидное предложение. Максимально наикрутейшее, ликвидное, дорогие друзья, предложение. Вы сейчас зайдете внутрь, и вы вообще все поймете. Это у нас сердце дома, как пристройка. Вот. Там уже тут огород, который я вам показывал. Ну, к сожалению, сегодня в сердце дома я просто не попаду, там у нас закрыто. Вот везде вот такие вот блоки мощнейшие. Сейчас вы увидите, какие там сплит-системы стоят и так далее. Еще раз говорю, я не то, чтобы, знаете, хочу вам там отговорить вас или еще что-то, нет. Просто я считаю математику. Это просто экономика. Ничего личного, дорогие друзья, и ничего лишнего. То есть это бизнес просто, это надо понимать. Если это бизнес, то, пожалуйста, покупайте и сдаете реально все это вот одним лотом, одним лотом это хорошо разлетается. Я больше хочу сказать, что и сейчас клиент есть, который готов снять эту всю историю. Это не будет проблем, это реально так. Если вы хотите по номерам, проблем нету, проблем нету. Пожалуйста, живите в каком-то номере, а остальные, пожалуйста, сдавайте, организовывайте здесь этот бизнес и так далее. Но я бы сдавал все это как бы целиком. Если мы говорим сейчас за аренду, а так здесь может проживать спокойно большая семья, использовать это в качестве дачи там или своего личного дома. Так, здесь при выходе терраска здесь. Она имеется здесь, вот посмотрите, пожалуйста, и терраска здесь. Как вы видите, у нас везде панорамные окна, это дает нам определенный изюминка. Уже с первого этажа у нас от бассейна фактически открывается на крутишь виды. Сегодня, вчера у меня был показ, приезжали девчата, и вот Кавказский хребет так раскрылся вчера, было круто, конечно. Не влюбиться невозможно. Сегодня немножко посложнее, но все равно, я думаю, вы вкушаете, так сказать, всю эту обстановку и атмосферу. Посмотрите, пожалуйста, какая красота у нас птички поют, как я говорю. Везде каленое стекло, нержавеющая сталь, все достаточно круто. Крутая, мощнейшая дверь, посмотрите, пожалуйста. Ну, это тоже как бы, пускай как опция, это будет плюс. Все. Заходим внутрь, Дмитрий Саш снимает очки. Дальше. Разделись, разулись по всему периметру теплые полы. Разделись, разулись, заходим в прихожую. Семья, всем привет, я всегда на связи по номеру телефона в левом нижнем углу экрана. Набирайте, пока вы не опоздали. Всему свое время, как говорится. И что? Мы попадаем вот в такое не крутейшее пространство. Кто-то заметит, а кто-то не заметит, дорогие друзья, но потолки высоченные. Просто высоченные. Так, ну я думаю, где 3,40. В чистоте уже 3,40. Кайф. Посидеть, отдохнуть, столики, диванчики, стульчики, здесь зона ТВ, тумбочки, красота, да и только. Посмотрите, пожалуйста, как все здесь выглядит, какая девочка даже вот для хранения в подвечном пространстве и так далее. Очень много дополнительных всяких ниш. Здесь действующий, пожалуйста, камин. Ну, красота, да и только. На самом деле мне очень все нравится. Просто обалденная история, просто обалденнейшая история. Здесь у нас, соответственно, выход на террасу, если у вас есть необходимость. Посидели, камин, проблем никаких нет. Вот так вот все выглядит, вытяжки, оптиковолокно, все как положено. Колонны, подсветка, обеденная зона, зона кухни. Классно сделаны барные стоечки, здесь все тоже на подсветочке, здесь тоже свет включается, путь не могу найти. Так, вот здесь посмотрите, пожалуйста, посудомоечка, все необходимое для жизни. Ну, здесь все есть, абсолютно все, а слова совсем. В принципе, заезжай, так сказать, и живи. С доводчиками все как положено. Холодильнички, микроволновочки. Это какая-то печечка, видимо. <клых> и холодильник. Вот такие вот, друзья. Выход, соответственно, за заднюю часть двора. Подлестничное пространство, как я всегда люблю говорить, для хранения хлама. Что здесь даже умудрились еще поставить вот стиральную машинку. Вот такая вот история. Хорошо, вот такой вот у нас первый этаж. Мне нравится безумно. Вы напишите, пожалуйста, в комментариях свое мнение, дорогие друзья. Я обожаю такие пространства. Такое ощущение, как будто ты находишься вот в каком-то там, ну я не знаю, как это правильно сказать, замке, вилле и так далее. Ну интересно очень, по крайней мере. Поднимаемся, еще раз сказал, по первому периметру первого этажа. Везде у нас теплые полы водяное отопление. Поднимаемся с вами на второй этаж. Везде подсветочка, стены под выкрасы, обратите внимание. Все, попадаем на второй этаж. Что мы имеем с вами на втором этаже? Четыре спальни. Везде коллекторные группы, все в цвет покрашено. Четыре спальни. Давайте поэтапно. Первое. Вот прям потихонечку будем проходиться, смотреть. Первое. Кроватка, тумбочка. Кроватка, тумбочка. Вид. Зелень, лес, красота, панорамное окно. Дальше. Здесь у нас зона санузла, душевые. Вот таким вот образом все сделано. Отлично, все отлично сделано. Вообще никаких нет вопросов. У меня от слова совсем нет никаких вопросов. Дальше. Еще спальня заходим. Здесь уже двухспальная кровать, две прикроватные тумбочки, то есть такой, знаете, как полноценный номер. Также с выходом на балкон он идет уже. Ну и красота здесь просто. Красота, свой балкон, свои террасы. Вот посмотрите, как все это выглядит. И санузел. Санузел уже добавляется здесь немножко бедешка, так по масштабнее сделана душевая. То есть ремонт разный. И сам санузел побольше, полотенцесушитель и так далее. Да, то есть такой помощнее, как бы, да, история. Окей, это вторая спальня на втором этаже. Дальше смотрим. Здесь у нас третья спальня. Смотрите, пожалуйста, как все выполнено по мебель. Стены покрашены. Потрясающе. Отовсюду. Знаете, что уникально? Отовсюду клевые виды на горы. Просто откуда ни возьми, не посмотри. Отовсюду нереальные виды на горы, на зелень. Просто видовая история максимально. Друзья, когда вы приезжаете и покупаете реально по 100 миллионов рублей, там 170 квадратных метров на ручей видный, и как бы, ну вы понимаете разницу? Да, кто-то скажет, где-то кто-то может сказать, там ремонтик, там, немножко, может быть, устарел, там хочется там инсталляцию добавить и так далее, например. Да слушайте, это все вопросы решаемые. А купить такую квадратуру на 15 сотках земли, вот это проблема. Это четвертая спальня, пока она не оборудована, используется, видите, как техническое помещение, здесь всякие там простыни, химия, ну и так далее, вот такая вот история. А спальня на самом деле такая же максимально видовая, с выходом на балкон. То есть вопросов никаких нет. Ну давайте, чтобы вопросов не осталось, я все-таки выйду на балкон здесь на втором этаже, чтобы у вас примерно было понимание в сравнении с балконом на третьем этаже, да? Вы должны понимать, осознавать, никто вам здесь никакие виды не перекроет. Это просто какая-то нереальная красота, лакшери. Вы испытаете однозначно крутейшее удовольствие. И вот можно здесь собственно говоря, спокойно ходить, потому что влево вправо, так сказать, ничего никаких перегородок нет вы испытаете однозначно. здесь можете сделать номер дополнительно, а можете оставить как бы как какое-то техническое, допустим, помещение. Все. Поднимаемся с вами на третий этаж. Здесь тоже, как вы увидели, стандартные потолки высокие. Поднимаемся с вами на третий этаж. Посмотрите, кстати, на лестничных пролетах. Какие у нас здесь тоже шикарные панорамные окна. Везде полностью все сделано. Отопление, керамогранит. Ну, красота. Красота, да и только. По соседям полностью сформировавшееся соседство. Люди живут. Обалденные милые соседи, беспроблемные, это их дом, это тоже их дом. Поэтому вот такая вот красота у вас здесь рядышком. Посмотрите, сколько зелени. Просто, ну, знаете, не слов. Я не затыкаюсь, потому что одни эмоции. Кстати, потрогайте двери. Двери приятные, софтаческие, фурнитура как бы не дешевая. Попробуйте, приедете, однозначно оцените. Здесь та же самая история. Кроватка, кроватка, вид, балкон. Здесь у нас с вами та же история, санузел. Посмотрите, пожалуйста, все как выглядит. Везде вытяжки сделаны абсолютно. Есть сплит-системы. Вы видите, да, в каждой спальне. Оттенки стен, подсветочка. Дальше. Сейчас будет еще изюминка, подождите. Дальше та же самая история у нас с вами. Вот такой вот. Плюс санузел, немножко другая бедешка, немножко другая плиточка. Но в остальном плюс-минус все то же самое. Красота, да и только номер потрясающий. Это еще не конец. Дальше, дорогие друзья, смотрим. Хоп, и попадаем еще в очередную спальню. Тоже красота, да и только сплит-система, еще лучший вид на горы. Вот таким вот образом выглядит по санузлу. Вот так вот. Ну что, и фишка однозначно, куда будет уходить мужчина, хозяин, собственно говоря, который будет владельцем этой всей истории, где он будет размышлять и где будет твориться, так сказать, вся судьба. Вот здесь вы сидите, психолог, здравствуйте. Здравствуйте, какие у вас вопросы? Они так, знаете, приятно таскать, это на самом деле качаются а так вот. Можно кайфовать просто нереально. Я вам точно говорю. Это зона кабинета, дорогие друзья, куда вы будете приходить, прятаться от шума, таскать детей, семьи после того, как вы поплавали в бассейне, сделали шашлычки, мангал. Вы будете здесь кайфовать. Это ваша зона. У любого мужик должен иметь кабинет, он мечтает об этом. Тоже есть сплит-система. Ну просто кайф. И виды вы сейчас просто обалдеете. Смотрите. Два таких вот великолепных кресла. Ваш рабочий стол. Из дерева, класс, абсолютно, вот здесь садитесь и комфортно, собственно говоря, здесь себя чувствуете и пребываете. Вот такая вот история, посмотрите какой у вас выход с чашечкой чая, там кофе, я не знаю, там, как вы выходите на балкончик здесь, можно пройтись, чтобы у вас было сразу понимание, здесь тоже есть подсветочка, можно все включить, все работает, все функционирует каких-то проблем абсолютно никаких нету. Ваше владение, просто посмотрите на ваше владение с высоты третьего этажа, просто кайфаните. Реально кайфаните, это уровень. Это просто, ну это уровень, дорогие друзья, чтобы было понимание, это на самом деле уровень. Иметь такое, это что-то, если это, ну, это, вечный доход, это вечный ликвид. Если бы у меня реально сегодня было бы 62 миллиона рублей, вот просто было бы, вот представим такое, что вот они есть, да, я бы купил, не думая вообще. Просто бы я купил, не думая, я бы это сдавал. Честно говорю, я бы это сдавал. Я бы не переехал сюда. Хотя, вот видите, вы меня поставили неловкое положение. Начинаю думать, а почему бы я бы не переехал? Все-таки, когда мы на пяти соточках с Екатериной Андреевной находимся, а здесь, конечно, мани было бы поприятнее. Дети бы здесь вообще просто... Ну, буду честен, может быть, и переехал бы. Блин, может быть, и переехал бы. Да, наверное, все-таки переехал бы, а тот бы дом тогда сдавал, потому что здесь комнат больше, гости приезжают, всех их расселил, еще плюс сок, там можно еще три номера сделать, и будет уже там не 8, а сколько, 11, там даже 4 по месяцу. И бассейн тоже все уже готово, ну круто. И посмотрите, конечно же, виды. Здесь присели, отдыхаете, пребываете комфортно. Посмотрите, какие здесь видовые характеристики. А вот труба газовая, про которую я вам говорил, которую подвели вот благодаря Екатерине Андреевне, в том числе, да, ее упорным заслугам. Я вам честно говорю, еще пока не дораскрылись горы, здесь еще более обалденные видовые характеристики, еще более. Кайф. Просто кайф, посмотрите. Вот этот замок там когда-то продавался. Ну не миллиард, но что-то там в районе 600 миллионов, что ли, стоило там, тысяча с чем-то квадратных, это 1200, по-моему. Не буду врать, не продавал, не знаю. Дмитрий Александрович, дом вот там за этим. Ну, класс, дорогие друзья. Кайф. У меня, так сказать, одни эмоции. Одни эмоции. Нет слов. Сейчас закрою, извиняюсь. Аккуратненько тут. шторы здесь, видите? И шторы, и тюль. В общем, все аккуратно закрываю. Все круто. Все круто, все укомплектовано, все просто на уровне. На уровне. И каких-то глобальных вложений, глобальных вложений в плане того, что капитального ремонта там, да, чтобы максимально обновить эту историю, это не нужно. Все приемлемо. Людей, которые приезжают сюда и снимают это все за 600-700 тысяч в месяц, их все абсолютно устраивает, это 100%. Друзья, даже и не думайте подумать, что я там где-то что-то преувеличил специально или еще что-то. Я вас умоляю, вы меня прекрасно знаете. Эта информация, ну, ее элементарно проверить и вы я говорил об этом даже когда я не продавал эту гостиницу что это так и вы сможете у хозяина запросить выписку он вам покажет да это без проблем без проблем абсолютно вообще посмотрите аренду дома на лето вы поймете сколько в сутки стоят такие дома в сутки и сколько в принципе стоит это все дело когда мы говорим про соответственно ежемесячно все на этом мы подытожим что вы хотите чтобы я в бассейне но я не взял с собой плавки, а так без проблем это, конечно, можно было бы сделать. Террасная досочка аккуратненько, лежачки. Просто кайф. Вода просто. Ну, ой, извиняюсь. Стой, 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 куда побежал? Он дезориентировался. Вода просто, ну, реально бомбическая. Вот, вот то, что надо для того, чтобы сейчас замернуть. Просто кайф. Просто кайф, дорогие друзья. Просто, ну просто кайф. Все, на этом подытожим. На этом подытожим. Все, что я хотел сказать, я вам сказал. Я искренне восхищаюсь. Знаете что? В первую очередь я вам продаю локацию. Я продаю вам место, я продаю вам обстановку, я продаю вам атмосферу. Вот. Я все это уже перечислил, все преимущества. Этот дом подойдет как для ПМЖ, также этот дом подойдет, дорогие друзья, просто как бизнес для аренды. Ну, то есть любые ваши, так сказать, нужды вы здесь воплотите. А главное земля, которая с каждым годом растет, растет и растет. Да, сейчас уже здесь везде по 2 миллиона сотка, а дальше все это будет дороже, дороже, дороже потому что построится скоро у нас новая дорога до Красной Поляны, и вы будете ехать не час-двадцать отсюда до Красной Поляны, да? а в течение 30 минут вы будете, собственно говоря, уже на Поляне. Это недооцененное, наикрутейшее место. Абсолютно масса народа здесь не зазывает, напоминаю вам что Дмитрий Александрович занимается ремонтами под ключ, строительством капитальных монолитных домов на сваях и, конечно же, доверительным управлением. Поэтому, если вы захотите, чтобы мы сдавали вам все это дело в аренду, помечено, посуточно, проблем нет, мы возьмем этот объект. Если вы хотите, дорогие друзья, чтобы мы вам сделали ремонт, любой сложности, с любыми инженерными решениями, 3 месяца, дорогие друзья, подключу. Конечно, если нам достанется вот такой дом, то минимум 5 месяцев мы здесь провозимся. А так, любая квартирка 30 квадратных метров. Я продолжаю давать лучшие цены в городе Сочи, нашей компании. Под ключ. Работаем исключительно по договору: строительство, ремонт, доверительное управление. И, конечно же, покупка и продажа недвижимости. Если вы захотите в городе Сочи что-то купить, проблем нет. Вы обращаетесь, я с огромным удовольствием вам подбираю объект, дорогие друзья. Либо вы говорите: администратор, Сашка, у вас застройщика, квартира стоит 10 миллионов рублей. Получаете цену 9500 20 миллионов, получаете цену 19. Дам вам скидки дам вам рассрочки, дам вам лучшие условия заработаю свои заслуженные абсолютно денежные средства, но вы получите качественную услугу и лучший продукт от вашего покорного услуги. Низкий вам поклон. Дорогие друзья, промежуточно, всем еще раз счастья, здоровья, любви. Ссылочки на все социальные сети. Инстаграм, ВК, Телеграм-канал, Рутуба, Ютуба, Яндекс.Зен и так далее есть в описании под каждым роликом. Переходите и подписывайтесь, если вы любите наблюдать все новости в этих социальных сетях. Что касается непосредственно лично меня. Если вы бежите 5 миллионов рублей или 150 миллионов рублей, 500 миллионов рублей, миллиард, набирайте, ставьте задачи, четкие, говорите, Дмитрий Александрович, нам, мы инвесторы, мы хотим покупать, продавать, на этом зарабатывать, мы хотим покупать, землю строить и перепродавать, мы хотим купить для себя за 5 миллионов рублей просто студию, чтобы приезжать отдыхать, либо сдавать в аренду. Поставьте конкретные задачи, и я все полностью, максимально реализую в этом городе окажу вам 100% лучшую услугу. Ипотечные брокеры, юристы, команда моя, все, кто со мной работает, вы останетесь, дорогие друзья, довольны любым направлением. Ни одного искового заявления, ни одной досудебной претензии, никаких проблем. Все решаем путем переговоров, с учетом того, что мы сталкиваемся в ремонтах с нюансами, с моментами. Мы сталкиваемся в строительствами, с трудностями. Все бывает, все случается, но мы все урегулируем и все решаем. Мы всегда находим с нашими клиентами общий язык и всегда остаемся максимально товарищеских отношениях, ребятам, которые строят, делаю ремонт. Мы всегда общаемся, до сих пор все приглашают в гости на чай и так далее. Шашлычки, машлычки, а мангал у нас с вами для этого, дорогие друзья, имеется. Поэтому и вы здесь, когда купите, будете звать меня в гости, говорит Дмитрий Александрович, заходи, я с огромным удовольствием к вам зайду. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали и желаете. Для вас это ничего не стоит, дорогие друзья, а нам это развитие. Я вам за это очень благодарен, что вы мне в этом помогаете и наша аудитория растет. Пожалуйста, пишите комментарии, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, и тогда вам будет приходить о следующих видеороликах. Я вас всех люблю. Всем семья, пока. Всегда для вас на связи. Ваш покорный слуга, Дмитрий Александрович. Лучший. Хоть и стал, так нагнулся, видите, лучший на консультант по подбору недвижимости. В городе Сочи. Объял. Обратите внимание на этот объект. Пока-пока.